Представляю, что сейчас на душе творится у Павла Гусева, тренера «Факела». Ух, какой момент! И третий залетает! Ну, это шедевр! Это просто чудо! В лед попасть, находясь вот так, достаточно под острым углом, Самодин, ну, просто красава! Браво! И это его шестой подряд гол в шестом матче. И 0-3. Что, игра сделана по итогам одного тайма? А Павла Гусева и его коллег больно смотрели. Но Самодин, ну, артист, но профессор. Фантастический гол. Невероятно. Ну, покажите же нам скорее повтор. Мы хотим насладиться, мы хотим вновь получить вот то удовольствие, которое буквально, условно, знаете, манна небесная упала на нас, когда мы и не ждали. Кто бы мог подумать, что будет удар с лета и еще попадет Самодин. Вот этот момент. Алиев мягко мяч набрасывает. И форвард решается пробить. Фантастика. Браво.